Огненная волчица? Это она! Огненная волчица. Похоже, ты получила инструмент для разжигания огня. Отдай нам все свои приспособления. Мечтайте больше. Тогда не вини нас за грубость. Что такое? Кажется, у нее есть помощник. Идем! Крошка Пантера. И чего они так быстро сдались? Вчера мы вместе тренировались, а сегодня они решили украсть мои вещи. Это последнее испытание. Если ты справишься, то официально станешь частью огненного щита. Почему они не поборолись за этот шанс? Это какие-то голодные игры. Они сделали это, чтобы выжить и получить свободу. Если они сделали это только чтобы стать частью огненного щита, стоит ли это того? У каждого свои ценности. Но сейчас это правда реальность. Если хочешь выжить, то должна украсть у другого. Это только в первые два дня. А потом припасы закончатся. И это действительно станет похоже на королевскую битву. Если это и правда превратится в голодные игры, я стану пылающим фениксом. Фениксом? Огненная волчица? Очень похоже. Не переживай, ты обязательно продержишься до конца и пройдешь испытание. Да, я обязательно придумаю, как сделать так, чтобы все его прошли. Все? А как? Я над этим еще не думала.